Йоу, всем привет, с вами Бикмет, и вы на моем YouTube-канале, и это финальная серия по Ладе Калине. К сожалению, данный проект приходится сворачивать на неопределенный срок. Возможно, что-то поменяется в будущем, но пока нету времени, нету сил, нету возможности совершенствовать данный автомобиль. Итак, данный автомобиль приобретался примерно в районе 180 тысяч два года назад. Сейчас на данный момент рынок у него от 200 тысяч до 400 тысяч, в зависимости от состояния. Ну и какое же должно быть состояние автомобиля, чтобы его приобрести? Я считаю, то, что состояние должно быть почти идеально, с минимальным пробегом, но есть нюансы, которые бы хотелось бы обсудить в данный момент, что ждать от 10-летнего автомобиля. Во-первых, если двигатель более 150 тысяч пробега, то есть это уже, скорее всего, капиталка. На данном автомобиле стоит мотор 126 на 98 сил, 16-клапанный. У него есть проблема масложора. Из того, что было сделано за эти два года, были заменены фары передние. Также были установлены задние дисковые тормоза. Поменена подвеска в круг, то есть поставлена минус 5 демпфи плюс пружины минус 5, тоже, по-моему, техноресора уже непосредственно. Также установлены были гранты зеркала, что очень радует, то что штатные лопухи у них уже там стекла облазили, обогрев не работал и прочее. Ну и плюс красивые то, что поворотники. Также были поставлены слики, летняя резина новая. Но единственное, что я не успел, на самом деле, что планировал это сделать, в первую очередь, это кузовню. Ну, точнее, не то, что кузовню, не в первую очередь. В первую очередь это была техничка, то, что я хотел это сделать. Но, к сожалению, не успел. Здесь надо поменять, либо покрасить капот, поменять крылья, там, покрасить крышу. Ну, в общем, полностью облить автомобиль, но, как бы, кому-то это охота заниматься, кому-то этим нет. Я бы, конечно, хотел для себя восстановить этот автомобиль полностью в идеал. А задние арки полностью, ну, они не прогнили, с них облезло, ну, начали ржаветь, вот так скажем. То есть не очень так критично, но в то же время не очень приятно. Крышка багажника также под замену полностью, потому что она ржавая. Хотелось поставить от Калина второй с электрозамком, с кнопкой, ну, сделать все по фэншую на самом деле. Также хотелось сделать немного по салону, в плане поменять сиденье от Калина Спорт, поставить от Гранты руль, сюда вкорячить мультимедиа двухдиновую, то есть на андроиде, чтобы это все было, с интернетом, с Wi-Fi и прочей ерундой, поставить черный потолок, черные козырьки, черные ручки, то есть сделать идеальный автомобиль. Так, по техническому состоянию автомобиля предидеальный. Да, понятное дело, то, что там некоторые резинки скрипят и не очень комфортно они себя чувствуют, потому что как бы износ резинок все равно присутствует. Да.
плане дна автомобиля, днища, или как его там правильно сказать, как бы все практически тоже идеально, никаких там ржавых моментов, ни что не загнуто, ничего не помято. Да, понятное дело, то, что пороги немного ущербные, ну, там можно их восстановить и наложить там накладки. Ну, так, кстати, да, то есть хотелось еще тоже по внешке там добавить Калина Спорт бампер, он у меня есть, он у меня лежит в гараже. К сожалению, по нему тоже работу я завершил, потому что, во-первых, гараж холодный, во-вторых, как бы его хотел клонировать я в плане работы стеклопластиком, но опять-таки вся эта ситуация, блядь, она нахер и все пошло, к сожалению. Вот, поэтому как бы эта серия финальная, я думаю, минут на 10 она получится, возможно, может, меньше, но как бы не хочу, конечно, с вами прощаться, я просто говорю временно пока, ну даже не временно, в ноябре уже будут выпуски. Даже, скорее всего, это тоже выпуск выйдет в числах 15 ноября, может быть, раньше, конечно. Все зависит от того, насколько я захочу это что-то монтировать, собирать и что-то делать. На самом деле, это больше разговорный видос, там вначале будет что-то про машины, там какие-то пролеты автомобиля. Но будет, я думаю, интересно, как бы в планах, если вы бы знали, что я хочу сделать, ну, блядь, это пиздец. Дорогие зрители, если, конечно, вам интересно, вы можете подписаться на мой YouTube-канал, потому что далее ждет очень интересный контент. Потому что в планах создать канал, который будет, так скажем, спойлер, немного интернациональным. Что-то очень интересного ждет, как бы в голове столько мыслей, но пока я их не могу вам рассказать, но будет очень интересно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Честное слово, будет очень-очень интересно. На данный момент в автомобиле 151 тысяча там с копейками пробега, двигатели уже, к сожалению, подъедает масло, притом ну, относительно значительно. Хотелось, конечно, да, вот в плане двигателя тоже я ничего не сказал. Хотелось сделать турбомотор, собрать, ну, где-то на 300 сил, возможно, может поменьше, там, чтобы дул там от 0,8-0,7 бар до там 1,5 бара, можно было хасанить там по городу. Но опять-таки это все, блин, все сложно, все дорого. Ну, во-вторых, как бы капиталить мотор, двигатель, точнее, сейчас надо. Поэтому будем, ну, пока что автомобиль, так скажем, консервируется, поэтому как бы ничего такого серьезного делаться не будет. Как бы грустно ни звучало, но на данный момент я консервирую проект по Ладе Калине. Когда он начнется по новой, когда я его начну полностью, те мои хотелки, которые я хотел бы реализовать в данном автомобиле, получится сделать, я не знаю. Потому что есть определенные планы на будущее, но я их буду снимать обязательно. Как бы контент чуть-чуть переформатируется, как я говорил ранее. И он будет намного, надеюсь, интересен вам в первую очередь. Потому что как бы планы очень грандиозные и большие. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал, клацайте колокольчик. Всем пока, точнее всем до встречи, увидимся в ноябре.